Итак, всем привет, с вами я, юноша Дефан, и сегодня мы будем продолжать строительство малого дизель-поезда МДП-4. И на сегодня мы будем делать корпус. И если хватит времени, а если быть точнее памяти на телефоне, то и соберем подвагонное оборудование и колесные пары. Итак, погнали! С другой дверью делаем то же самое. И, как с историей с дверьми, делаем все то же самое. Thank you.
Итак, ребят, я решил не показывать момент, как я пытался соединить крышу и корпус, по причине того, что все, так сказать, разлетелось. Я все заново собрал, и вот что получилось. Так, вам не видно. Сейчас. Вот. Вот такой. Опять же повторюсь, то, что она отличается от виртуальной модели. По многим причинам, к примеру, окна не того света, низ, нижняя часть точнее тоже. Салона нету, просто рандомные детали понакидал, опять же по причине деталей нету. Вот в общем, можно сказать, вторая часть на этом окончена. Спасибо за просмотр, надеюсь, данная видеосборка вам была полезной. Всем удачи, всем пока!